время в курсе. Сама вот эта идея Ванжима для... Ну, все знают, наверное, что такое пауэрбанки, пауэркейсы, он лежит, уже заряжает телефон. У нас эта идея родилась, когда я был в армии, когда мы уезжали на неделю в поля, и, естественно, домой всем охота было позвонить. Розеток было одна-две, это 100%, потому что устанавливал я сам, и все они у командира полка, у командира роты, и, естественно, никто вам не даст на телефон заряжать. У нас с ребятами родилась идея. Все знают фонарики такие, нажимаете, и он заряжается. Так вот, у нас был парнишка, он перепаял немножко проводочки и сделали зарядку под телефоном. Сначала это был один там фонарик, который сидишь там 2 часа тыкаешь, ради того, чтобы там 15 минут потом посидеть, поговорить по телефону. Вот. Потом мы там их несколько объединяли, потом там что-то паяли, ну там доходило до такой степени, потому что, я не знаю, там можно было... Там изоленту мы сматывали вот такие вот ленты, просто ногой сидели, нажимали, телефоны там заряжались так же, как от обычных зарядок. Вот. И сейчас вот, ну, мы придумали такой проект небольшой. Чехол обычный, ну, как вы одеваете на телефоны, а у него по бокам будет стоять без генератора. То есть при выжиме телефона так погоняет, он будет постоянно заряжаться, то есть и постоянный ток. То есть, если пауэрбанк, если да. Его рано или поздно тоже сядут, а вы уехали куда-нибудь далеко, так вот отдохнуть или еще что-то. Все, у вас он тоже сел. Что дальше делать? Ну, бывает, нет такой возможности зарядить телефон там. Нет, ну, естественно, сейчас есть машины, тоже прикуривать, то есть, можно как-то все. А тут без лишнего геморроя у вас обычный чехол, и просто вы идете даже по городу, нажимая, у вас телефон постоянно заряжается. Никаких лишних проводов, ну, ничего лишних. И... Собственно, сам проект, это будет представлять обычный телефон и чехол. Или я не знаю, что такое. Рынок для всех и каждого. Да, рынок будет как бы для всех и каждого. Огромный рынок. То есть это каждому человеку, я не знаю, особенно вот любители айфонов там или там мощных смартфонов, которые очень быстро разряжаются. Кроме без руки. Не опять. Ну, погоди, закончил? Ну, в принципе, да. А где план исполнения проекта? А, где методы на деньги? Что собираетесь делать? На деньги мы собираемся как бы заказать первую партию, чтобы нам отбили чехлы сами эти. У меня есть друг, но он сейчас здесь и присутствует, который уже в голове провернул себе эту схему. Будет тихонечко, как будут эти пьезогенераторы стоять. Вот, как бы нам нужно будет именно вот отбить еще чехлы. Сделать первую как бы, партию и потом уже предоставить вам, естественно, всем индивидуально. Что значит отлить чехлы? А, сами силиконовые чехлы, в которых будут стоять эти без генератора. Нет, подождите. Вам тоже вообще разработали вы типовые чехлы какие-то? Я что-то не понимаю. Конструкция как будет выглядеть? Чехол силиконовый, который будет... У вас она где-то есть на слайде? Его нарисовано. Нет, это пауэркейс. Надставка, только она с батарейкой, правда? Да, это одета пауэркейсы, как бы, то есть это вот батарейка, которая садится. А это будет... обычный чехол, разные входы под зарядку, то есть, естественно, под виды телефонов, сейчас стандартные у всех айфонов, спинников, USB. Просто будет... Как будет выглядеть конструкция этого чехла? Вот я представляю просто конструкцию вот этого фонарика, который заряжает. Там пружинка, у нее достаточно большой вход, вот такой вот. А тут пьезогенератор будет стоять по бокам. То есть вы даже еще как бы ее не нарисовали? Ну, в голове. Только-только родилась идея. Да, вот она у нас... А мы еще сделали презентацию. Мы дочь просто сделали презентацию. Вот, мы хотели найти эти фонарики, как бы мы искали, чтобы вам просто показать, как у нас все выглядело тогда в полях. Вот, и нашли, нет ли в городе. Просто там большой ход. Почему? Потому что у вас динамо-машина стояла. Да. Здесь пьезогенератор. Тут важно усилие. Они могут механическую часть вообще не разрушать. То есть чем сильнее вы будете... На ребре ставишь и все, и сжимаешь. Чем больше будет идти энергия. Как без задатчика вы собираетесь? На самом деле будет вот ваш телефон, но он просто у вас чуть-чуть. Как бампер, как бампер на айфон. Как бампер, да. Как минимум, смотрите. Так, погоди, ты закончил презентацию? Ну, я да. Опять же, экономика и команда. Одни и те же вопросы. Команда вот есть, у меня друг, опять же, который умеет как бы хорошо работать. Я скинул, тоже включили. Да, вместе с вами же это все рождалось. Спасибо. Есть элементов в проекте, которые как бы умеют это все паять, вот, просто нужно будет найти, естественно, сами уже ресурсы на все это, как бы схемы сделаются, вот, а дальше это где-то заказать, чтобы это все сделали. Мне
А вот сейчас... Схемы это все будет предоставлено, да, то есть схемы, все это проработано, это уже есть. Просто человек это все не смог прийти, он как бы помог, он все объяснить, он как бы побольше разбирается. А можно вопрос? Да. Вот. Допустим, вам на 2 года дадут 400 тысяч. А все, больше нет. Все? Вот, допустим, вам дали 400 тысяч. Ваши действия. Будет. Сделано нет, вообще на 2 года, то есть по 200 тысяч в год. Да. Вот. Будет сделана непосредственно нами схема, как это все будет устроено, как это все будет работать. Дальше эти деньги пойдут уже полноценно, уже просто именно на производство самого вот этого продукта. Как планируете его организовывать? Найти контакты с какими-то людьми, которые нам, по которым мы все предоставим, то есть все, как что должно работать, как что должно выглядеть, размеры, разные дизайны под разные телефоны. И через энное время, то есть, чтобы они нам уже отдали эти готовые варианты, и уже предоставлять. У меня вопрос. Знаете, вот ваша идея, в принципе, интересна, мне она нравится, но смотрите, вот на данном этапе зачем вам деньги вот от этого фонда? Купить банку силикона, извините, она стоит сейчас 500 рублей. Схему спаять, поставить пьезодатчики, ну, они стоят копейки пьезодатчики, покупайте на рынке. Вот если бы вы сейчас пришли сюда не просто вот с этими слайдами, а пришли и показали, вот я открыл силикон, пусть он будет корявый какой-то, никакой. Ставили, да, ставили туда пьезодатчики, спаяли эту схему. И показали. Да, мы бы зааплодировали, я бы везде 10 баллов вам поставил, несмотря на команду. Понимаете? Вам сейчас деньги не нужны. Было бы время, просто это вот говорю, это все. Ребят, извините. Вот знаете, я огромное число проектов просто смотрел в своей жизни. Тот, кто хочет, ищет возможности. Понимаете, одно дело рассказ, ну, мы это называем балабольство. То есть вот когда вышли, там покреативили, рассказали, а я, пардон, инвестор, я человек жестко конкретный. Если я вижу, что человек нацелен на успех, я это ценю и это уважаю. А если я вижу, что человек просто рассказывает о том, что он там наковырял в носу за последние 3 дня, это другое отношение, понимаете? Можете ковырять сколько угодно. Не, ну тут ругать могут каждый. Я не ругаю, значит... я объясняю метод оценки, понимаете? Критерий оценки в данной ситуации, он сбит. Непонятно, интересует это или нет. Огонь в глазах есть, видно. Другое дело, что ответственного подхода не видно, а фонду отчетность нужна. Фонд через 2 года вами гордиться должен, понимаете? Вы же на входе. А надо ставить себя на выход. С чем вы выходите из проекта? Я просто уверен, что если пустить это вот прям завтра уже в массовое производство, послезавтра это уже начнет покупаться. Так, а что такое краудфандинг, знаете? Вот мы это и сделали, мы потом расскажем. Краудфандинг. Я вам в конце расскажу про него. А что рассказывать? Посмотреть в интернете, все. Это сбор всего прототипа. Объясните, так, ладно, пожалуйста. Демагогию. Дело в том, что, понимаете, то, о чем вы говорите, должно развиваться по модели открытых инноваций. Вы же запатентовать вряд ли сможете. Но аналогов тут же, да, аналогов появится огромное количество. Почему сделать это? А вот имя патенты сделать, де-факто не работают. А вот имя создать и создать себе репутацию здесь вы сможете. Вот можно я один вопрос задам, а то я никак не могу. Давай. Ну, вопрос к научной новизне, то есть есть кроссовки, там 10 лет назад их рекламировали, выходишь, и они заряжают батарейки. И они не пошли по той причине, что оказывается у пьезоэлементов есть ограниченный ресурс действия, то есть они переставали заряжать там буквально через несколько недель. Вот. И, ну да, плюс кроссовок, вода и прочее. И второй момент. Оказалось, что потребляемая мощность гаджета, она варьируется, ну там в пределах полампера, да, и да, зарядное устройство не доходит. То есть я к чему веду? Нужна очень большая наука, экспериментальная. Вообще хватит ли этой энергии для того, чтобы заряжать,
и сколько продержится пьезоэлемент в условиях под напряжением, под нагрузкой, ну, вот айфона, например, или андроида. Допустим, когда мы делали эти же самые фонарики. Фонарики не берем, вы же не берете фонарики в свое устройство. Нет, просто система-то примерно одна и та же. Не-не-не, это совершенно разные наукоемкие технологии, совершенно разные производства и совершенно разный принцип работы. Вот знаете, в детстве у нас на велосипедах стояли такие динамо-машины маленькие. Да. Да. Так вот, если на динамо-машину ставишь фару от мотоцикла или автомобиля, да, то магниты внутри катушка сгорает и разваливается через несколько часов. А если штатная батарейка, лампочка велосипедная, то ездишь сколько хочешь. Я просто, это наука. Да, я понимаю ваши вопросы, как бы. Я дружу как на программировании, с компьютером, но вот говорю, очень жалко, что не смог прийти вот мой друг именно, который он сказал, да, 100% именно полный заряд, такой, как он пойдет у вас от розетки в телефон. Этого, естественно, вы, ну, не получится сейчас. То есть такой нет. Но поддерживать телефон в состоянии работы, да, это у вас будет. То есть ампер целый, ну, выдать это будет очень трудно. Это либо ампер можно будет выдать, он сказал, вот, допустим, если на какой-то большой телефон, допустим, как вот iPhone 6 сейчас есть, я не знаю, 6 плюсов, лопата, не знаю, картошку не выкапываю. Вот. Вот. Вот туда он сказал, еще вот реально будет как ампер, да, действительно поставить. То есть какая-то наука, да, у вас там была? А, допустим, вот, ну, на небольшие уже телефоны, на них, да, естественно, ампер заряда выдать не получится. Но поддерживать телефон, как бы, чтобы он у вас не сел там через час игры, допустим, или час просмотра фильма, да, это возможно. Еще есть вопрос? Я, знаете, просто вот пока он говорит,